Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет! На сегодня у нас в работе сумка, и мы будем менять некачественную фурнитуру шлевка держателей на фурнитуру качественную. Вот такие два шлевка держателя, которые мы и будем устанавливать взамен старых. Для этого нам необходимо удалить старую некачественную фурнитуру, чем мы и займемся. Принцип крепления этой фурнитуры: она крепится на урезы боковых стенок, сшитых воедино швейным швом. Именно на этот бортик и ставится, устанавливается фурнитура. Мы уже приступили к монтажу новой фурнитуры шлевка-держателя. Он плотно садится, что не может не радовать. И далее мы фиксируем все это на два винта. У нашей фурнитуры винты потайные. Мы их вкручиваем за подлицо, и они четко будут держать эту фурнитуру на своем законном месте. Вот, как видите, мы уже крепим фурнитуру с одной стороны. Далее у нас по плану таким же образом мы винтами будем крепить вторую сторону и вторую фурнитуру шлевка держателя. Как видите, фурнитура на своем рабочем месте с одной стороны и с другой. Нам остается только зацепить шлевку и карабин за шлевка держатель, установленный непосредственно на самой сумке. Вторую сторону мы также цепляем за карабин. Как видите, фурнитура надежно закреплена, и сумка готова к эксплуатации и будет и дальше радовать свою хозяйку. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. Мы занимаемся ремонтом сумок, заменой фурнитуры, сумочной, портфельной, а также ремонтом фурнитуры. Всем желаем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока! Пока!